Во-первых, надо отдать должное, что Макс Кац, конечно, человек талантливый. Он создал эту целую машину по производству ежедневных комментариев. Его много смотрят, и это важно. Что касается оппозиционной деятельности Максима, Максим Кац стал очень профессиональным политтехнологом и вел массу разных кампаний. Он был очень эффективен и в кампании Навального по выборам мэра в 2013 году. Но была и есть одна проблема с Максом. Макс ни с кем не уживается. У него трудный, вероятно, характер, поэтому он не может по определению вокруг себя объединять людей. Мне кажется, что просто Кац не политик. Вот он очень хороший политтехнолог. Он прекрасный блогер. Он очень хороший менеджер.